Привет. Ну что, как дела? Потому что я картофелина. Прекрасно. Мой генератор хлопков тоже тут. Раз мы так никуда не идем. Вернее, вообще-то мы двигаемся, и даже с пугающей быстротой. Но мы ничем сейчас не заняты. Приведу парочку фактов. Он необычный дурак. Он продукт величайших умов целого поколения, старавшихся создать наиглупейшего дурака в мире. А ты поставила его управлять этим комплексом. Отлично, еще работает. Слушай, на случай, если эта яма все-таки не бездонная, может, ты отстегнешь одну из своих рессор и поместишь меня туда? Только приземляйся потом на одну ногу. Thank you.
добро пожаловать в лабораторию исследования природы порталов. Астронавты, герои войны, олимпийцы, вы здесь потому, что нужны самые лучшие. Итак, кто готов заняться наукой? Я. Ну, вы уже успели познакомиться друг с другом в машине, поэтому позвольте мне представиться. Я Кейв Джонсон, я здесь главный. Этот прелестный голосок, который вы слышите, принадлежит Кэролайн, моей помощнице. Она переведет ваш гонорар в любую благотворительную организацию по вашему выбору. Правда, Кэролайн? Так точно, мистер Джонсон. На ней здесь все держится. Красотка прямо какой на открытку. Учтите парня, она замужем за наукой. Зависит от того, как вы реагируете на окружающий мир. Те, кто будет помогать в испытании отталкивающего мира, проследуйте вдоль синей линии. Для тех, кто согласился на впрыскивание ДНК Богомола, у меня есть хорошие и плохие новости. Плохие новости. Этот тест отложен навеки. Хорошие новости. У нас есть новый прекрасный тест. Сражение против армии людей-богомолов. Берите винтовку и следуйте вдоль желтой линии, и вы сами поймете, когда начнется тест. В ходе испытаний вы порезались, то, возможно, заметили, что кровь превратилась в бензин. Это нормально. Мы воздействовали на вас невидимым лазерным лучом, который превращает кровь в бензин. Это попросту означает, что он работает. Если после следующей серии испытаний вы решите принять ванну, поставьте в известность лаборантов. Судя по всему, ваше тело будет активно выделять уголь. Это временно, не переживайте. Но если через неделю это не пройдет, сообщите нам. Это признаки аномалии.
следующем тесте мы направим на вас сверхпроводник, включенный на полную мощность. Буду откровенен, мы просто бросаем наукой в стенку и смотрим, что прилипнет. Понятия не имею, что получится. Может и ничего. В лучшем случае станете суперменом, в худшем получите пару опухолей, которые мы удалим. Титанов. Но не здесь. В лаборатории мы все делаем с нуля. Нам никто не помогает. Ну, начнем. В первом испытании вы будете иметь дело с отталкивающим гелем, как его называют мои лаборанты. Между прочим, вы не входите в контрольную группу. Вы получите гель. В прошлый раз испытателю досталась простая синяя краска. Ладно, шутки в сторону, это иногда случается. У него перелом обеих ног. Печально, но очень информативно.
Лаборанты говорят, что я не должен упоминать о контрольной группе. И они против заранее записанных сообщений. У меня идея. Запишу-ка я побольше таких сообщений. Здесь я плачу зарплату и буду говорить столько, сколько захочу. Для следующего испытания мы ввели в гель наночастицы. Это означает, что миллиарды мелких штуковин будут путешествовать по вашим сосудам и впрыскивать в опухоли экспериментальные гены и молекулы РНК. Может, пока у вас нет опухолей, не переживайте, если вы сидели на стуле в вестибюле без свинцовых подштанников, мы об этом позаботились. Да, на случай, если вы измажетесь отталкивающим гелем. Лаборанты дали мне один совет. Не допускать попадания отталкивающего геля на тело. Нам пока еще не удалось определить этот элемент. Но могу сказать вот что. Он очень живучий, и ему очень не нравится человеческий скелет.